Со дня основания Барнаула город сильно изменился. К его юбилею в Государственном художественном музее подготовили выставку тематических картин. Благодаря этой выставке можно словно на машине времени прямо из настоящего попасть в прошлое, вспомнить старый город и прогуляться по его самым узнаваемым местам. Лестница Нагорного парка, Краевой театр, гостиница «Империал». Так выглядел Барнаул прошлого. На большинстве картин барнаульских художников город, уже вошедший в историю. В связи с пандемией, с переделкой выставочного плана нам достался маленький зал. И вот мы постарались уместить сюда такие наиболее значимые, наиболее интересные работы. Это одна из самых старых работ. Ее автор Михаил Жеребцов изобразил едва узнаваемую сегодня площадь Октября. Изображена как раз вот площадь в период строительства высотных домов. Видна примета времени. Это система из двух трамвайных вагонов. Тогда по одному вагону не ходили, только по двое. И это как раз вот показывает транспортное значение, потому что площадь Октября стала крупным перекрестком магистрали. Появилась Октябрьская площадь в 30-е годы прошлого века. Раньше здесь был клуб для рабочих меланжевого комбината. Сейчас площадь выглядит современно и продолжает оставаться одним из символов города. А это картина Михаила Буткеева «Переходной мост». На ней еще одно знаковое место, которое любил сам автор. Было очень много катеров, барж, и которые перевозили зерно. И это был очень интересный сюжет, множество интересных сюжетов для художника. И мы с ним, я тогда был, естественно, совсем маленьким, ходили по этому мостику, смотрели на эти катера. И с разных точек он писал картины. Элеватор уже не работает, да и тот самый мост убрали спустя пару лет после того, как художник успел его запечатлеть. Но благодаря выставке каждый может вернуться в прошлое и даже рассмотреть эксклюзивные картины. Особенность именно этой выставки в том, что из 29 работ, 10 работ наши зрители увидят впервые. Можно увидеть те же самые места и 50-60 лет назад, и уже более современный их вид, и можно проследить, как менялся город в течение этого времени. Кстати, из-за пандемии насладиться историей в зал пускают по 5 человек. Но в музее уверены, такие правила не отпугнут истинных ценителей красот родного города. Выставка открыта до октября. София Яценко, Николай Шилко. День с толком.